Павлодаре подрядчика через суд пытаются заставить исправить недочеты в ремонте дороги. Еще осенью местные жители пожаловались на качество дорожного покрытия, на которое потратили 22 миллиона бюджетных тенге. Сельчане уверены, некоторые участки дороги аварийные, и их немедленно нужно исправлять. Устранять недоделки предприниматель не торопится. Акимат пытается через суд решить эту проблему. Что из этого вышло, расскажет Галина Трощин. В пригороде Павлодара, в селе Муилды, проводился средний ремонт подъездной дороги. Его качеством местные жители остались недовольны. Более того, они считают, что проезжая часть небезопасна. Грузовая машина идет, если я встречку еду, я беру к обочине. А обочина там уже градус большой, я боюсь тоже. Сейчас, например, лето, нормальная погода стоит. А сейчас, если, например, нулевая температура, чуть лед будет, я скачусь туда. За ремонт этой дороги подрядчику заплатили 22 миллиона тенге. Дорожники свою работу сделали за 2 дня. Дефекты были видны невооруженным взглядом. Нарушения выявила и проведенная независимая экспертиза. Имеются отклонения от нормативной документации. Здесь поперечные уклоны не соответствуют требованиям, поперечная ровность не соответствует требованиям. Ну, как итог, это уже является как бы нарушением. С претензиями акимата подрядчик не согласился. Пришлось призывать его к ответственности через суд. Требования чиновников были удовлетворены, и предпринимателю все же придется исправить свои погрешности. Они должны восстанавливать согласно заключению дорожной экспертизы. Более 2,5 квадратных метров они должны восстановить. Восстановительные работы должны произвести. Мы направили официальное уведомление о начале работы, согласовании, и какое время они будут приступить к работе. Пока на сегодняшний день никаких ответов нет. Соответственно, если ответов не будет, тогда будем обращаться в департамент по исполнению судебных актов для исполнения решения суда. Главная проблема в селе – грунтовые воды, поэтому местами часть асфальта проседает. При ремонтных работах рельеф этой дороги не был учтен. Теперь подрядчику необходимо уложить сверху дорожного полотна выравнивающий слой. Правда, за свой счет. Бюджетные деньги ему уже полностью выплатили. Галина Трощева, Кайрат Алпызбаев, телеканал «Атамекен Бизнес», Павлодар.